представьте, в Чебоксарах сняли мэра и назначили нового мэра из Москвы. Итак, в администрации. Так, все готовы? Хлеб, соль, ага. Едет, едет! Заткнись. Соль для ванны. Ладно. Хорошо. Какой бюджет этого вашего захолустья? 5 миллиардов рублей. Что? 5 миллиардов? Молчали скумбрии. Ну, и как называется ваше село? Чебоксары. Это очень здорово. Кто придумал? Ты? Нет? Вот оно, он самый модный. Ты в тренде, юбка в пол. Делаем хлеб. Виталий Евгеньевич, подпишите. Во. А я смотрю, ты винтаж. Вы тут все в тренде договорились, да? Вы так отвратительно выглядите, вы точно мэр. А вы такая страшная, вы точно женщина? Хам! Страшная женщина! Хам! Страшная женщина! Хам! Стена. А вообще, который час, а? 3 часа дня. Ё-моё, думаю, что меня так рубит вообще? Так, пиши указ. Я пошел пипи. Может, покрестим его? Указ. По городу я буду передвигаться на розовой Волге с коралловым салоном с гудком. И есть я буду только очень ягодное смузи. Потом заказываем тройной лимбургер, всякие тонны шоколадные обертывания, и уже ближе к вечеру. Надо как-то решить проблемы с расселением офицеров. И субсидии многодетным матерям. Секундочку. Указ. Извините, у вас есть вообще нормальная рабочая программа мэра? Есть! И ровно в 9 вечера в клубе «Космос» начнется ее презентация. Приходи ты, и ты, и ты, и ты, что Юленька, вы вообще приходи. Можете сделать для нашего города? А я вам, милочка, не Федор Геннадьевич, чтобы на такие серьезные вопросы отвечать, понимаете? Знаю только лишь одно, что именно с этой песни начнется день города Чебоксары. Вай, премьер-лига с нами подпевай.
Так, что здесь происходит? А вы кто? Мэр из Москвы. Ну все, бай-бай, я в Сызрани. Там же есть такой город? А я думаю, это сыр, извините. Пока. Да, чао-чао. Лента. Гудков. Прошу, общее дело. Малолетка. Давай. Ну и пожалуйста. Начали. Уборщица, которая убирает студию после съемок передачи «Жди меня», может вообще не мочить тряпку. Александр. Бывало, мальчик с пальчик спрячется от отца в сапоге. А отец ищет по всей квартире. Сахарницы нет. Хлебницы тоже нет. А мальчик с пальчик вылезет. А вот он я. А отец его по попке ниточкой. Ничья. Ничья. Такое, да. Не заработала Гул 0,2 балла. Тряпку прошу, выиграла у ниточки. Прошу дальше. Вторая шутка. В Министерстве обороны была расстреляна скумбрия, потому что ее чистили на секретных чертежах, и теоретически она могла что-то увидеть. Федор Двинятин. Не все золото, что шутки. Песня. Внимание. Три танкиста, три веселых друга, рацион гигантской стрекозы. Ну что ж, как мы видим, не все шутки в 2008-м спалила команда КВН Федор Двинятин. Что-то еще в загашниках осталось. Прошу, ваш вердикт. Как мы с вами играли в 2008-м. Победил Александр Гудков в этом раунде, на мой взгляд. Прекрасно. Продолжаем. Очень некрасивую девочку покусали пчелы. Или не покусали. Мы то, что едим. Мужчина, кушавший месяц только шурму, стал замечать, что у фонарных столбов он поднимает лапку. Ай, я поддался, извини. Ох, 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 как. Нелегкая судьба КВНчика-то она. Так. И будет наказан. Победила команда ГУ. Прошу, общее дело, ГУ. Салону красоты «Ромашка» требуется, не требуется, требуется, не требуется. Ура! Требуются новые работники! Дорогие КВНщики, у нас сейчас конкурс «Мастер-класс». Хочу сказать одну истину. В биатлоне не важна шутка. Угу. Важна интонация. Смотри. Бронетранспортеры. Угу. Прошу прощения, это все? А вам мало, Дмитрий? Вы хотите еще? Ну... Да? Дима, ну, общее дело победило. Бронетранспортеры. Итак, 0,4 балла зарабатывает в этом конкурсе команда КВН «Общее дело». Поздравим ее с этим. Полуфинал. Время перемен. Именно поэтому наша команда пересмотрела все записи КВН. Итак, Федор Двинятин. Образца 1989 года.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Работают все, но не Москва. Ну что, ударим рок в этой халабуде? Представляете, а я тут с таким незнакомцем познакомилась. Глаза во, плечи во, тело во, денег во. Да какой это же незнакомец? Это ж мой! Бывший! Человечнее надо быть, человечнее! Это еще что? Вот у меня на свиноферме... Саша, какая свиноферма? Ты же гей! Так, я что-то не понял, что ты сказала? Убрали коряги. Эта коряга осталась. Саш, ну просто полуфинал, время шокировать. Но ты не парься, это просто мои домыслы. Да вертела твои домыслы на большом адронном коллайдере. Испортила все начало, и середину, и конец тебе. Дорогие друзья, так получается, что рыба тухнет с головы, а наша команда с приветствия. Если уж не меняться, то тогда сразу с названием. Теперь мы не Федор Двинятин, а кто Евгений? Пинк Флойд! Хорошо, но было. Марина? Снежана. Оставь для сольного проекта. Я предлагаю Юлиан. А что, бабки вбуханы, бренд раскручен, никто не пользуется. Я так понимаю, что остаемся Федор Двинятин? Ну что ж, меняемся к лучшему от теории к практике. Так и останусь бродяга один. Так и останусь бродяга один. Так и останусь бродяга один. Казанова. Спасибо, спасибо, спасибо. Сегодня 2 часа с вами работал заслуженный артист России Валерий Леонтьев. Ты ж козел из Ступина! Молчи, овца, я Леонтьев. Дорогие друзья, а сейчас песня, которую я всегда завершаю все концерты Валерия Леонтьева. Ты меня не забывай, позабудь ребенка в школе, или, может, группу крови, но меня не забывай. Ты меня не забывай, отцифруй мое ты фото, в фотошопе капли фото, забывать не забывай. Милый друг, ты не скучай, я вернусь, ты так... У меня же аллергия, кто подсунул молочай. И все вместе! Я могу без микрофона! Ты меня не забывай, не такси давай! Билетик, я скажу вам по секрету, мой билетик пропуск в рай. Твои фанаты, иди к нам! Милый друг, в Помпиду я пример сейчас приведу, где билет дешевле 1000, я навряд ли подойду. Милый крот! Сам ты крот! Я тебе зашил бы рот, чтобы знал Валеры песни, чтобы крот не пел народ. Ну веселей, расслабься, на! Хочу подарить тебе ламборгини, Валера! Милый друг, вот это да! И пускай пройдут года,
но тебя, мой мил дружочек, не забуду никогда. Милый друг, ты ворожка, я ворожка, я вернусь, я знаю точно. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Спасибо, мои любимые! Спасибо. Милый зал, не вставай! Возвращайся на веселье! Мы тебя еще увидим! Вместе с нами подпевай! Милый друг, не скучай! Когда вернусь, я знаю точно! Может, днем, а может, ночью! Ты меня не забывай! Спасибо! Нашел человека, который нам поможет. Что это за чемодан? Это не чемодан, это косметичка. Какой ты сутулый. Здрасте, давайте обниматься, что там? Опа. Вы кто такой? Как вы здесь оказались? Так меня ваш этот притащил, но... Этот... Этот... есть у вас такой? Или это не ваш? А, не суть. Друзья, а че вы все в белом? У вас кто-то добрый умер? Друзья мои кубанские, моя задача сделать из вашего бледного забора яркое пятнище. Коля, что за мероприятие? Здесь идет игра сока и бака. Какая сока и бака? Не говори ерунды. Я не КПСС, я Слава. Слава, КПСС, какая разница вообще? Друзья, а давайте удивим вашего сутулого руководителя и покажем номер. Окей? Итак, Сочи Олимпстрой закончит строить все свои объекты, строить и играть в игру «Мафия». Город засыпает. Просыпается мафия. Мафия знакомится. Добрый вечер, здравствуйте. Там, ну, не видишь. Так, стоп! Такое нельзя показывать. Вы нам не подходите. Почему? Уходите. Потому. Я Львича Гусмана. Уходите. Ну, пожалуйста, нет, ну, пожалуйста. В эфире новости, одобренные Ступинским Минздравом для зрителя. Пятимесячный Никита не хочет жениться. Он считает, что сначала нужно встать на ноги. Продолжаем поднимать планку. В Москве появилось движение оптимистов «Кеннеди ранен». Очень весело. Новости гравитации. Женщина прыгнула с балкона 16 этажа и приземлилась на балконе 15. Так сказать, попробовала. А на очереди юмор класса премиум. В Анастасии Стоцкой умерла хорошая певица.
И это не первый случай смерти в теле Анастасии Стоцкой. Ну что ж, дорогой зритель, придется от вас выжать последние соки. Новость медицины. Серьезная врачебная ошибка. Невропатолог Пришвин написал слово «жизнь» через «ы». А новостей на сегодня больше нет. Ткацкий станок 20 век представляет. Федор Двинятин. Танец в стиле The Spectacles. Саша, кто разрешил тебе так клёво двигаться? Вот эти добрые люди. Дорогие друзья, сегодня вам на радость и нам на утеху. На вас шуточным потоком польются наши золотые номера. Музыка, свет, декорации, все в прошлом, только золотые номера. Заинтригованы. Да мы и сами на взводе. Перегорела шмара. О, это кто это у нас тут перегорел-то, а? Кузнецова, как твоя девичья фамилия? Кузнецова. А, ты чё, девка еще что ли, Кузнецова? О боже, она еще девка! Федор Двиня! Федор Двиня! Чин-чин-чин-чин! Федор Двиня! Федор Двиня! Федор Двиня! Чин-чин-чин-чин! Во, дура напугала! Да помню я все, помню. Дорогие друзья, а у нас самый недооцененный номер в КВН. У нас в гостях, кто бы вы думали? Ну, а? Ну? Молчи, не догадаетесь. Пародия на старшую сестру матери Вадима Казаченко. Марина Казаченко, встречайте. Раз, два, три. Не заплачь и не закричи. Не откликну. О, Марина, одно слово, фаворитка. Господа, господа, чего радуемся? В эфире программа «Минимум». Скандальчик, интрижка, позорище. Мы, чеченские проститутки, посетили короля Испании с ответным визитом. Господа, позорище. Саш, ты такой смешной, из тебя юмор хоть пиявками соси. Дорогие друзья, как вы понимаете, талантливые люди просто так на дороге не валяются. Явно что-то случилось. Все, я не могу больше терпеть. Но я же вижу, что из ребят так и лезет. Театр экспрессивного мастерства и переигрывание темп. Сочи, Ривьера, Тир. Хочу в зал.
события, за. Баба! Баба! Победа! Зая, Зая. Дождалась! Заю дождалась! Театр Темп, господа! Ну что ж, вот и подошло к концу наше выступление. Кому-то оно понравилось, а кому-то нет. Кому-то не понравилось, а кому-то да. Танец в стиле Black Sea Fantasy. Во все времена студенты готовились к экзамену за одну ночь. А теперь давайте представим. Петроград, Институт благородных девиц, ночь перед экзаменом. Ну что, мои благородные девицы? Никто вас завтра на экзамене по головке не погладит. Никто вам завтра на экзамене шампанского не нальет. Зло я завтра буду. Похмура! А что вы, Наталья, пьете, а не закусываете? Я на диете. Запомни, милочка, диета — это как родео. Не удержишься, разнесет к чертовой матери. Поняла, Марина? Ага. Открой тетрадь и записывай. Ча-ща, пиши прям ща. Чу-щу, шучу-шучу. Второй вопрос. Назовите мне имя человека, состоящего из двух суффиксов. Йоко Оно. Допустим. Марин, дай посмотреть, как Йоко Оно пишется. Наталья, до вас зрение отвратительное, как погода на Рьян-Маре. А вы все списываете. Едете вон граммофону, цыганский учите. А вы какой язык учили? А я и английский учил, и немецкий, и французский. Все в зависимости от того, кто нашу деревню оккупировал. Сашенька, вот мы с вами уже целый год встречаемся, а так ни разу и ни-ни. Вы случайно не-не? Но-но! Но-но. Ну не. Слышите, в дверь стучат! Властью, данной мне властью! Кто здесь временный? Здрасте! Слышь, Евген, стихами заговорил. О, девахи. Мы не девахи, мы благородные девицы. Да бог с вами. Дайте лучше что-нибудь пожрать. А то мародерствуешь весь день, как проклятый. Хоть бы кто-нибудь косточку кинул. Мариночка, разогрейте-ка щи, я ему сейчас в морду плесну. Отравить меня хочешь? Да плов с вами. Слышит айфон, а не знает, где он. Евген, угомони малахольного, а вы, барышни, пока танцуйте, а я радоваться буду. Марин, а? Если на нас нападут, то чур маленький мой. Это провокация. Я буду жаловаться царю. Я сейчас тебе ухо откушу, посмотрим, как ты запоешь. А ты мне сначала с ухом послушай. Да пожалуйста. Песня посвящается царю-батюшке, который вечно будет жить в моем сердце. Тоталитаризм, жара, июль, власть в руках диктатора. Ты пойми, что это только строй. Это такой строй, который перетерпеть немного надо, а потом все нормально будет. Слышь, Джельсамина, а не мы с тобой в 1861 году к
крепостными крестьянами напротив Зимнего дворца выложили слово «отменяй». Алёшка! Софья! Паштет! Сиплый! Сколько лет! Сколько тел вообще! Ну, проходи, садись. Александр Иванович, а кто это? О, этого человека я 100 лет знаю. Мы же с ним всю русско-японскую войну в суши-баре просидели. Мы же с ним полстраны исколесили. А помнишь нашу дорожную? Да как же ее забыть-то? Если дверью хлопают и прохода нету, значит боковушечка возле туалета. Это место проклято, передайте всем. И берите в кассе место 37. Вы такие клевые. Но меня больше интересует, какое место мужчины занимают в жизни Натальи. В жизни Натальи мужчина занимает очень много денег. Да, я не жалуюсь. Мне бы экзамен сдать. Милый мародер, а какой вы вуз окончили? Какой-какой? Суп с котом. Евген, а ты что грустишь? Оргазм вспоминаешь? Я сейчас все объясню. Хоть поверьте, хоть проверьте, но в 17-м году подошел ко мне мужчина и штыком меня проткнул. Па-па-па-па. Па-ра-па-па-ра-па-па-па. Товарищ мародер, вам ведь отдохнуть нужно. А поехали-ка все вместе на Гоа. Гоа? Политически правильная поездка. Там верхи не грузят, а низы не парятся. Евген, ты с ума сошел? Мне в Индию ну никак нельзя. Я ж там одну корову с детьми бросил. А тогда поехали в Таиланд. Поехали, смуту переждем. Игнат, запрягай лошадей. Успокойся, у меня в Авире Влад. Пропадаю я, в Паттайе пропадаю я. Море У, море У, море У, удовольствие таю ведь в Паттайе. Пропадаю я, море У, море У, море У, по лесу скучаю без меня. Эх, ну и жаркая ночка выдалась. Перед экзаменом. Естественно. Ну и подведем краткие итоги нашего домашнего задания. Девчонки с низкого сословия нашли парней с более низкого сословия. Учитель остался один, но не преподает, поверьте мне. Дорогие студенты, хотелось бы сказать одну непрописную истину. Учиться, учиться и еще раз, еще раз. Ну что, поехали! One, two, three, four! Не обижай, не обижайся, просто живи и наслаждайся. Просто живи, просто дыши, просто дыши, просто дыши. Как известно, все самое интересное в России происходит по ночам. Итак, пионерский лагерь имени Федора Двинятина после отбоя. А еще у одной маленькой-маленькой девочки была большая-большая борода.
А у другой девочки были большие-большие связи. И именно ее в цирк взяли. А еще один человек сидел в комнате без окон. И вдруг зазвонил телефон. А он что? А он сидит, глаза бешеные-бешеные, и галстук жует. Елена Михайловна, нам срочно нужна до завтрашнего концерта русская девочка. Но у нас есть только Гюльнара. Ну ничего страшного, все буквы русские. Так, все ли вожатые будут в полном составе? К сожалению, четверо вожатых у нас заболели. Немедленно выгнать их за территорию. Не хватало нам тут еще эпидемии. Да вы что, они же там с голода помрут. Перекинем котлеты через забор. А суп? А суп в речку выльем, пусть пьют ниже по течению. Да? Кстати, когда у нас там день тишины? Сразу после дня донора. День донора? Что-то ничего о нем не слышал. А мы его особенно не афишируем. Все-то вы, Леночка, понимаете. Ну, тост? За третий отряд. За ВДВ. Николай Семенович, там Гаврилов в женскую душевой лампочку разбил. Милочка моя, выкрутите из мужского, там все равно смотреть не на что. Кстати, где Гаврилов? Я здесь. Очень хорошо. Митрофанова, еще лучше. Ты почему свои вещи по полочкам не разложила? А я вам что, мерчендайзер, что ли? Не дерзи, Митрофанова. Гаврилов, Гаврилов. Я тебя что просил вчера сделать? Придумай слова к нашей новой песне. Придумал? Со вторым смыслом? Продемонстрируй. На таинственных тропинках мироздания мы протуберанцы естества. Нам не важен гнет вероисповедания. Светом звезд полон мозг. И гремят галактик жернова. Мы с тобой реинкарнация предтечи. Слушай, хорошо. Девочки, начинаем генеральную репетицию. То же самое и под музыку. И... На таинственных тропинках мироздания мы протуберанцы естества. Нам не важен гнет вера исповедания. Светом звезд полон мозг. И гремят галактик жернова. Мы с тобой реинкарнация предтечи. Здорово-то как, а? Главное, так легко. Только вот что-то напрягает. Ну, сирот нам, конечно, не обойти. Но Артек и Альбатрос мы разорвем в клочья. Russian girls.